Будешь навсегда с ним. Это Евангелие. Это несложно понять. Это несложно понять. Каждый человек может принять спасение. Ребенок может принять спасение. Взрослый человек может принять спасение. Это очень простая информация, что Бог стал человеком и умер за все твои грехи и воскрес. Если Он станет твоим Господом и Спасителем, если ты обратишься к Нему и попросишь Его, чтобы Он пришел в твою жизнь, Он это сделает, потому что Он верный. Он источник жизни, Он источник счастья и радости. Кроме Него нету спасения, только в Нем спасение. Поэтому ты должен принять это решение, чтобы прийти к Нему. Чтобы прийти к Нему. Я желаю вам встречи с Иисусом. Я хочу вам тоже сказать, что Он возвращается на эту землю. И это уже будет быстро. Он возвращается на эту землю как судья. Пока время благодати. Сейчас ты можешь Его принять. Сейчас Он ждет тебя. Но когда Он вернется сюда как царь царей, как судья. И тогда будет слишком поздно, чтобы покаяться. На покаяние время сейчас. Поэтому ты пользуйся этой возможностью и приди к Нему.